Всем привет, это Фриз. Сегодня я вместе с Толиком, скажи привет. Здравствуйте. Будем развиваться с нуля, а именно будем грифелить трапкой после вайпа. Что? Можно грифелить трапкой? Да. Обалдеть. Я загрифелю курицу, вы не против? В общем, пока что мы ее не построили, поэтому, смотрите, здесь тут вот такое вот дерево, и мы его сейчас будем добывать. В общем, ловушка у нас будет в один блок, я такого уже снимал на своем первом канале, то есть на основном канале. Хотя, что я рассказываю? Просто ловушка в один блок. Смотрите, здесь есть одно дерево, просто единственное дерево на этом пустыре. И алмазники. Алмазники. Алмазники, черт! Блин, почему мы с тобой не построили травку заранее? Блин, сейчас мы их скинули в ловушку. Три алмазника сзади, смотрите. Ну все, это смерть, походу. А нет, смотри, мне подгоняют яблоки. И еще тотем подогнали. Ё-моё, смотри, у нас очень хорошие ресурсы для старта. Скрин можно пишет? Ну давай. Только, пацаны, не мешайте, плиз. Так, ну что же, давайте ломать это дерево просто. Я возьму вот так и будем рубить. Ты смотри, нам подогнали дерево. Ты это видел? Ну видел? Все. Видел? Ну, видел? Все. Да, да. Ну все, спасибо, до свидания. Ну только сколько тебе дали стаков? 48. 48 дерева! Слушай, нам этого хватит вообще на год целый. Короче, переплавляй все в доски и делай себе верстак. Стоп, 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 у нас же есть привилегии. Зачем нам верстак? Да? Ну да, мы будем просто, можно написать крафт. И вот, верстак. Короче, ладно, выкидываем туда верстак и делаем себе первые инструменты. А именно, вот, палочки. Из этих палочек делаем вот такую вот кирку. Вот она, деревянная. Да вы что? Ты сделал? Да. Я буду уже копать камень. Да, давай сначала выкопаем камень, а именно три камушка, чтобы сделать каменную кирочку. Кстати, Толик, скрафти еще себе лопату. Хорошо. Потому что мы еще будем здесь ломать вот эту поверхность. Кстати, Толик, иди сюда. Иду. Где будем копать? В общем, смотри, давай вот я вот где-то буду здесь копать свою ловушку, а ты где-то вот где-нибудь здесь. То есть у нас будет две ловушки, чтобы был больше шанс, чтобы это алмазники сюда попались. Давай, давай. Только может быть мне где-нибудь в пещере ее сделать? То есть заманить алмазников? Это ж хорошая идея, я думаю. Да, реально. Давай. Давай тогда ты где-то вот здесь в конце, а я где-то... Где-то вот здесь. Вот здесь вот. Такая ловушка у нас будет огромная. Только я буду в два блока, скорее всего, делать, чтобы людей спихивать туда прям. Ага, нет. Я сделаю так, чтобы можно просто было сюда бежать, да? Ой. Я закрыл проход. Блин, придется ломать. Так вот, чтобы просто челики сюда бежали и сразу же прыгали в мою ловушечку. Толик, у меня очень хорошая новость. Я нашел какую-то подземную фигню. Да? Да, смотри, если ты сейчас прокопаешься еще немного вниз, то ты тоже сюда упадешь. Опа, добрый день, здравствуйте. Как ваше настроение? Ну вот, видишь, здесь как бы эта штука. И, слушай, Толик, давай мы попробуем здесь поискать золотое зачарованное яблоко. Потому что в таких пещерах очень часто это попадается. Давай. Я нашел два алмаза, что? Два что? Алмаза. Что? В смысле? Да, два алмаза, бирка. Подожди, стой. Покажи мне это на камеру, потому что скажут, что ты еще с гемки взял. Увидите у меня видеоролики, ребята. Ахахахаха, ссылка на видео. А ссылка на Толика есть в описании. Кстати, здесь есть паутинка, которая нам понадобится для трапки. Да вот, смотри, я в паутине. Но только. Стой, Толик, ну куда ты ливнул? Я тебя боюсь, блин. Ого, а что такое? Да вот, это я здесь, вот видишь? В паутине застрял, блин. Сейчас, подожди, сделаю меч, чтобы ломать паутинку. Так я уже из нее вызволился, все. Так нам нужна будет паутинка все равно. Ну, ладно. Кстати, вот, держи два алмаза, посмотришь. Вот, видишь? Вау, реально, не фейковые алмазы. Два алмаза! Вау. Что мы с них сделаем? Мы сделаем с них меч один или что? Я даже не знаю. Не знаю. А я думаю, что нужно сделать меч. Для чего? А, ну, кстати, да, для чего нам меч? Давай пока их подожди. Да, давай просто я в ЕК их положу. Или давай ты положишь. Давай. Можно две лопаты сделать? Зачем нам лопаты? Не знаю, алмазные. Короче, ребят, вне записи только что я завязал случайно тотем, упав в свою ловушку. Значит, ловушка работает. Не соврали. Хочешь мою ловушку проверить? Твою ловушку проверить? Ну, давай, Степан, давай, телепортируй к себе. Опа, опа, оп, убегаем, убегаем, ребята. К нам телепортировался фейк Фриза, просто вот так делаем. Имба, имба, слушай, это очень... Золотые яблоки, обалдеть, ребят, ставьте лайк. Толик, слушай, а у тебя осталось ведро? Нет, к сожалению. Так, подожди, я там добыл... Во, я добыл там немного железа. Давай я тогда, знаешь, что сейчас сделаю? Переплавишь? Да, я сейчас сделаю печечку и переплавлю данное железо. Три штучки. Просто ждем. Ты что сделал? Я видел, у тебя там этот опыток. Пум. Я просто это ловлю. Давай, кто быстрее, давай. Давай. Оп. О, мне, чё, у меня его не было железа, а я кликнул на слот и появилось. Лол. Все, делаем ведро просто вот так, просто. Ребят, хорошо, вот так делаем. Оп, а, держи, будешь должен. Так, я тут вижу источник воды, поэтому давайте мы сейчас по-быренькому сюда подбежим, возьмем водичечку и... где наши ловушки только? Не знаю, они вот так замаскированы, здесь, что я вот, даже не всё, знаю, да, где. Все, я уже нашел. Опа.
Опа. Так, в общем, давай я сделаю water drop. Оп! Все! Имба! 360, ноускоп, MLG, монтаж. Так, Толик, только ты сделай. Ты сделай намного длиннее ловушку, чтобы, если что, можно уже было алмазников тратить. Мою ловушку это ниже еще сделать? Да, 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 да. Если что, добьем там. Ну, я думаю, где-то до бедрока нужно делать. Ну, мне сейчас 23-я высота. Типа, нам надо еще как минимум 10 блоков копать. Так, в общем, все, я разливаю здесь ведро воды. И теперь посмотрите, какая здесь огромная ловушка. Теперь мы телепортируемся на наш хом. Бежим куда-нибудь в сторону нашей ловушки, ну, желательно. И вот здесь просто забегаем, и вот так вот. Нет, Толик, нет, нет, не ставь, не ставь, не... Тварина, тварина просто опередила меня. Ну, ребят, в общем, вот так вот эта ловушка работает. Надеюсь, вы поняли, как ее строить, как бы она очень простая. И сегодня мы попробуем этой ловушкой загрифить челиков. Так что приятного просмотра. Не забывайте то, что был вайп совсем недавно, то есть сегодня 16 число. Приступаем к просмотру, погнали. Так, ко мне кто-то телепортируется, давай его примем. ТПУЕС, все, погнали. И, ну это просто обычный челик, но давай, давай попробуем давай, его давай, просто давай загасить. Я писал, кто ПВП-ТП, он согласился на свою смерть, поэтому все. Беги, а... Бывает. Я его уже просто загасил. С него выпал, кстати, пион. Вот, можно вот так сделать. Блин, так красиво, я перестаю дышать. Так, ребят, к нам кто-то телепортируется. Толик, включай свою запись. Давай, давай. И все. О, еще, еще кто-то телепортируется. Во, еще принял одного челика. Смотри, два мамонта. Мы заскамили. О, скамим. Давай, 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 немного осталось, совсем чуть-чуть. Он сдался, видел? Он выкинул свой топорик. Да, 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 просто лох, лох. Но что-то мы не используем нашу ловушку. Надо ее использовать. Нужно просто кого-то ударить и просто сразу туда бежать, понимаешь? Чтобы его туда заскамить, авито мамонта. Толик мне тут пишет, вот ты ТП ко мне, тогда если не сышь. Короче, отправляй ко мне запрос на телепортацию. Давай, прямо сейчас. Сейчас, секундочку. Готов? Подожди, блин, ко мне телепортируется. Ладно, ладно, давай. Раз, два, три. Все, я ему отправил запрос на телепортацию, и сейчас нужно тебя просто будет быстро принять. Оп, принял. Все, давай. Хопа. А, что он делает? А, ну, это стоило того, ребят. Так что подписывайтесь, ставьте. Блин, я думал, что он будет с топориком, а он просто с цветочками. Решил нам подогнать цветов. Кстати, Толик, слышишь, это кусты. С них можно сделать еще одну ловушку. Да, у меня, кстати, несколько есть в ЕК. А у меня есть 9. 9 штучек. У меня 2. Вот, держу. Спасибо за подгон. Но если не получится... Смотри, смотри, там че... Блин, почему он не у нас заспавнился? Ладно, давай попробуем его загасить. Давай, я вам тоже дал... А, он щитами, он щитами, он щитами. Так, ладно, 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 ладно. Ладно, не ладно. Давай мы ему напишем телепортироваться, может быть. Да-да-да, напиши ему, телепортнись типа к нам. Мы на РТП, если ты не засал сык-сык. Он не ответил матом, короче, неважно. Каким матом? Мат, который мат, или мат, который русский мат? Русский мат. Кстати, ко мне кто-то телепортируется, не сосаве... Как? Инфси не сосавегери. Слушай, он с топориком и с едой. Давай, ТПУЕС, давай, просто его вот так пинаем и погнали. Уходи. Сюда. Го-го-го-го-го-го, быстрее, уходим сюда. Он, походу, вообще не пошел. Он написал в чат, не, так, ладно, не, так, нет. Здесь челик, здесь алмазник, здесь алмазник. Толик, здесь алмазник, гаси, иди ко мне, давай, гаси его. Нужно его как-то, я не знаю, разозлить, чтобы он хотел нас убить просто. Меня убил чел с топориком, боже. Толик, ты попуск, что ли? В смысле? Ну тебя убил чел такой же чисто. Что? А, так он бьет за 5 блоков, нормально, ну... чел. Чё? Ты что, попуск? Да, я попуск. Ну-ка, интересно, он может за нами пойти? Ну вот, давай его просто провоцируем. Провоцируем его, чтобы он пошел за нами. Просто унижаем алмазника. Давай ему просто ломать бронь, типа. Давай его вот так просто. Туда толкать, туда, да. А, давай, давай, рукой. Толкаем его, давай, рукой. Попробуем. А, он делает? Он построил пенис. Так, давай. Чуть-чуть осталось. Давай, чуть-чуть. Еще. Давай. Нет! Нет! Толик, у меня нет блока. Скинь мне блок. Он летит. Да куда он летит? У меня нет блока, Толик! Что ты наделал? У меня нет блока. Боже. Давай, я ломаю бронь. Максимально а ломаю бронь. А что делать-то? Я не знаю, он хочет выбраться отсюда. Толик, почему? Я же сказал, кинь мне блок, у меня нет блока. Так а он летел уже. Да, блин, смотри, ну он просто развивается, ему вообще пофиг на нас. Развитие с нуля, ребят. Ну и что мы, и что делать с ним? А мы его убить можем. Да, я не думаю, у него какая-то у очень жесткая. У него вон 87 это, тупе. Так а что, нам про него забыть? Ну, блин, придется, наверное. Пошли отсюда. Ну давай еще раз, давай просто с топориком. То есть, о, у него 15 кп, слушай. Если он не будет хилиться, блин, Толик, вот если, если бы...
Толик, слушай меня. Если бы ты мне скинул бронь, ой, точнее, блок хотя бы один, мы бы его смогли просто загасить ловушкой. Возможно, мы сейчас его так просто загасим, слушай. И ловушка будет работать. Но... навряд ли. Но, ребят, мы загриферили вот эту вот лопату. Слышишь? Мы ему сломали шлем. Опа, давай. Я лопатки его гашу. Ребят, это не постанова. Давай, у него 6 сердечек. Давай, Толик, у меня кулдаун, у меня нету ничего. 3 сердечка, 2. Толик, мы давай, сейчас его загасим. Давай. Что? Мы загасили алмазника с тобой. Набор шалкера. Смотри, вот это тебе, вот это мне. Все, вот еда еще и все. Кстати, кто-то еще купил донат, князь. Спасибо за бестиут, спасибо за поддержку. Ребята, трапка работает, поэтому, как вы можете видеть, хорошее начало, плохого конца. Только, Толик, в следующий раз кинь мне блок, пожалуйста. Или дай мне сейчас блок. Я застрою. Нет, я говорю просто, типа, дай блок, типа, чтобы я мог трапить. Во, спасибо, все. Ой, я да тебе куда ты его скинь? Ну, в принципе, давай, может, мы положим это все в ЕК, или будем в этом бегать. Давай в этом будем бегать, и уже давай будем гриферить каких-то кикстартеров, либо алмазников. Хорошо, давай. Короче, ко мне кто-то телепортируется, давайте его примем и... Стой! Что? Ко мне тэпается какой-то топер. Давай, телепортируй быстрей. У него тотем. Так это же этот челик тоже. Давай, я его гашу. А-а-а! Все, я ливаю в свою ловушку. Ливаю в свою ловушку. Он ко мне падает! Он... Толик, чего? Толик, мы не заприватели. Я рядом нахожусь, ты это понимаешь? Да. Он вообще не умер. У него даже тотем не иссяк. То есть он не... Я очень надеюсь, что он не догадается, что здесь нет привата. Потому что я не хочу терять вещи. Все. Ты чё какие-то ставят эти свои... Толик, просто ливай. Давай построим новую ловушку и будем ей грифеть. Потому что, ну... Я, понимаешь, просрал свои вещи. В смысле? Ну вот так, я упал в свою ловушку. Сейчас я попробую их забрать. Так в смысле? У тебя же там вода. Все нормально. Дайте мне мут навсегда, но знаете, фриздан, который не может никого слить. Я его слил 3 раза. Типа чё? Знаешь, давай построим на песке ловушку. Как тебе идея? У нас есть пионы, в принципе, можно. Да, слушай, я согласен, давай это построим, но давай еще вместе с этой ловушкой построим в один блок трап. Давай. Все, отлично, договорились, все строим. Толик, слушай, у меня есть вопрос. Это ты заприватил нашу территорию или нет? Да. Да? Все, отлично. Просто, ребят, здесь приходили алмазники, пока я снимал эти красивые пролеты. И просто здесь заставили нам вот так вот булыжником нашу трапку. Короче, Толик, спускайся вниз и ломай это все дело. И добавляй меня в регион. Итак, ребятки, в общем-то, все, мы доделали эту ловушку. Вот, песок парит. Парит. Он что, курит? Он что, вейпер? Он вейпер? Так вот, как бы здесь ничего не видно. Как будто бы просто... Зачем? Мы сейчас будем его снова перезарядить. Толик, зачем ты это сделал? Я тебя хотел заскабить. Ты грязь, у меня там даже сетхома нет. У меня хом только на... Да, у меня хом только на старом доме. Извините. Толик, ко мне телепортируется. Давай. Депо уезд. Все, я... Что с ним? У него тотем. Боже. Так у него... он в гемке? Или что это? Да, это гемка. Так, ладно, во всяком случае, ко мне еще какой-то человек телепортируется. Давайте посмотрим инвентарь и... Толик, это набор князя. Типа, уез. Все, давай, я его принял. Бью. Давай. Убегай. Подожди, сделаем... Больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где ловушка, я Толик? Я его подкинул к тебе. Давай. Блин! Да ладно! Где наш... Я забыл, где наша ловушка. Черт. Стоп, можно еще все исправить, если он не ливнул. Я думаю, что он ливнул. Блин, а вон там вот этот алмаз. Черт. Давай. Гони его сюда, давай. Опа, паркур. Давай. Скидывай. Давай, попробуй его. Давай просто телепортироваться на хом-т и просто рукой его скидывай туда. Давай. Не будем его просто давать ливнуть. Толик, я почти его скинул. Черт, там вообще блок просто остался. Боже, нет. А Блапоша у нас на ресурсы. Он что, играть умеет, что ли? Ну да, видимо. Боже, ладно, все, давай забудем про этого чела. Да не, какой забудем? Я ему так нормально по одному сердечку киркой деревянный, каменный наношу. А, так давай я Ванда его попробую убить. Стой, подожди. Секундочку, зрители. Зрители. Мы его потеряли. Блин. Короче, ребят, уже мы 10 минут здесь стоим, и только какой-то челик телепортируется, и он голый.
голый. Он просто голый, он просто с топором. Ребят, ладно, окей, давай попробуем его загасить. Он пишет еще в чат, ага. Он даже ливнул. Просто ноль. Изичка. Хохол. Так, ладно, типа, уезд кто-то еще здесь телепортируется. Давайте его примем. И. Они, ну они все голые. Вообще, никто нормально не телепортируется. Просто все голенькие. Толя, как ты на это реагируешь? Это печально. Это реально печально. Это печально. Ко мне снова телепортируется этот челик, но у него есть топор. Давайте мы его просто загасим, чтобы получить топор. Каменный топор, да? Да, поэтому. Но! Давай, ПВП. Дикая ПВП, давай. Оп. Хопа! Ты ж ты чё? Он неубиваемый. Ну-ка, хоп! Все, отлично, у меня есть каменный топор. Блин, вот это ты крут. Короче, ладно, давайте продолжаем писать, кто ПВП на кинстартах ТП, потому что никто за 10 или 15 минут вообще никто не телепортировался, только вот такие вот голенькие. Нам нужно хотя бы какая-нибудь броня, кинстарт там, не знаю. Что-то очень сложно развиваться в последнее время. Короче, ребят, не прошло и минуты, как я получил мут. Вот он, мы замучены игроком на час, ой, на 30 минут. Офигенно. В общем, ребят, я думаю, то, что на этом стоит закончить. Серия получилась не такая уж и длинная, не такая уж и насыщенная, но я думаю, вы с нее посмеялись. Ржака, смешно. Или же так. В общем, с вами был Фриз, с вами был Толик. Все, всем удачи, всем пока. Толик, моя любимая. Ладно. Ну что же, ребята, блин, тэпочка мне. Блин.